Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Тигина, и я приехала в метро Черкизовская, чтобы заглянуть на РЖД-арену и познакомиться со структурой поближе, потому что недавно я начала работать здесь, и, если честно, вообще ничего не знаю. И предлагаю вам познакомиться и посмотреть окрестности вместе со мной. Кстати, прохожу тут мимо Локо-лёд. Каток локомотивский. Мы тоже туда обязательно зайдем, но думаю, что начнем сначала с фан-шопа. Вот так достаточно быстро я пробралась на территорию стадиона. И сейчас покажу вам дорогу до фан-шопа. Может, что-нибудь прикупим, а может быть и нет. Посмотрим. Между третьим и вторым входом на стадион у нас открывается прекрасное место, где ты можешь присоединиться и быть частью Локомотива. Покупаю какие-нибудь интересные вещички. Вот здесь недавно вышла коллекция новая «Хвоя» для любителей покататься на сноубордах, на лыжах, в целом, вот этих всех горнолыжных курортов. Смотрите, цвет какой. Какая красота. Тут Лаиса женской футбольной команды нашей, главная героиня. В других цветах тоже есть вариантики. Так, друзья мои, я тоже обожаю ездить на сноуборде, правда, не очень умею, но чтобы скилл повысился, нужно классно выглядеть, правильно? Поэтому сейчас мы примерим. Как размерчик ты можешь? Нормальный XS. Не, ну скажите сразу, на сноубордистку жесткую начала похоже стать, не? Сними я типа Лаиса тоже. Типа тоже Медина. Есть одна коллекция здесь, которая мне больше всего нравится, несмотря на то, что я люблю сноуборды. Это коллекция совместно с Олово. Это просто дико стильно выглядит, если честно, вообще не похоже на спорт, такой casual, жесткий. Когда-нибудь я себе обязательно это приобрету, а пока гляньте тоже. Посмотрите, ну что за цвет, ну что за стиль, а? Я думаю, вы не сможете не согласиться с тем, что это дико круто выглядит. Был бы у меня парень, я бы обязательно подарила ему что-нибудь здесь, потому что прямо сейчас скидки предновогодние. Друзья, залетайте обязательно, приобретайте. Это стиль. Так, а здесь, я так полагаю, вы набиваете... Номера, фамилии. А я могу свою, например, фамилию заслужить? Да, конечно. Да? А сколько это стоит? Фамилия, номер 1100. Дополнительный... Да, так дешево? Дополнительный спонсор ЖД и Сапсан по 350 рублей. А сколько вообще по времени все это работает? Вот вы приложили 3 секундочки? Или как быстро? Ну, или долго? Само нанесение делается минут 10-15. Пока мы это вырезаем, подбираем и на прессе 30 секунд. Я с девчонками же работаю в команде. Вот, я незаметно так раз форму накину на себя, никто не заметит, да? Типа играю всегда на ней, да? Да. И все, и отлично. Ждем хороших результатов. Так, ну как я уже сказала, парня у меня нету, поэтому нужно делать подарки себе, а не ему. И я вот эту вот самую симпатичную, самую стильную жилеточку в этом магазине просто забираю сейчас и буду мерить ее в раздевалке. Пойдемте со мной глянем. В раздевалку я вас не пущу, но потом глянем. Все, подождите. Друзья мои. Ну это просто невероятно. Да, я чуть-чуть, конечно, невысокого роста, но даже так оверсайз, по-моему, шикарно смотрится. Я боюсь даже представить, вот на людях, которые чуть-чуть выше, чем я вообще бывают, и они наденут это, как-то будет стильно смотреться. Вот если даже на мне, посмотрите. Шикарно, а еще знаете, что прикол? Глянь сюда. Фио, ряд и место. То есть, если вдруг вы себе покупаете абонемент на целый сезон, вот сюда все это дело, да? Записываем, и будьте уверены, что никто вашу курточку шикарную не украдет. А, еще что очень важно, подарки можно делать и девчонкам, и залетать сюда с ними. И если вдруг вам станет скучно, пока она ходит по магазинам, выбирает себе шмотки, то здесь есть развлекаловки. Вот так вот берете с собой продавца и рубите с ними в настольный футбол с кайфом. Также можно посмотреть музей Локомотива. Он буквально вот в шаге от самых крутых шмоток в этом магазине. То есть
очень интересные интерпретации. Все формы. Сильные шмотки. Их, к сожалению, купить нельзя, как остальную продукцию в магазе, но насладиться этой красотой, посмотреть и, может быть, проникнуть в какую-то ностальгию. На фортепиано, друзья мои, если умеете играть, то вот. Ну, придется сначала что-нибудь купить, и после этого вам откроют фортепиано, и можно будет на нем сыграть. Ну, а так, не так же просто, да, как хотели. Еще один очень интересный айтем я тут нашла. Смотрите. Такая стилевая куртяшка. Блин, честно говоря, была бы я миллионершей, я бы прям всю вот эту коллекцию забрала уверенно с собой. Кудачочек вот такой. Сердце навсегда. Вот. Вот такую бы забрала. Посмотрите, какой цвет охренительный. Вот это, друзья мои, самая стилевая вещь, которая может быть, потому что на ней ничего нет. Просто. И сзади очень ненавязчиво. Друзья, если вам понравится этот влог, и вы вдруг захотите мне подарить что-нибудь на Новый год, то вот это худи я буду очень-очень рада. Оставлю здесь ссылочку на меня. Запереходите и дарите подарки. Так, смотрите, головные уборы. Я вообще вот в шапочке мне не очень идут, и в целом головные уборы, но все-таки зима на улице. Но на Новый год я поеду в теплую страну. И, возможно, панамочка-то мне и пригодится, да? Ну, чтобы головешку-то не напечь. Сейчас мы ее примерим, посмотрим, как мне идет или нет. Пишите в комментариях, если мне идет. Слушайте, по-моему, прикольно, если честно. Да, мне нравится. Какая красотка. Это все из-за Панамы, если честно. Если вам не так сильно повезло, как мне, и вы не летите в жаркие страны на Новый год, то тут есть чем утеплиться. Вот такие вот милейшие варежки, шапочки, любых цветов, видов, все, что хотите, просто варежки, белые кайфы. Для самых сильных. Вот такие здесь еще вещички есть, и даже рубашечки. Если вы не любите ходить спортивным, то тут и на корпоратив в целом можно приехать приодеться. Для самых маленьких, для ваших детей, они тоже на стиле могут ходить, быть фанатом Локомотива. Очень миленько. У меня детей пока что нет, но когда будут, друзья мои, вот сюда заходим. Одежда для малышей. И выбираем любую. Футболочку, маечку. И вот такие вот милейшие штанишечки. Господи, это что за прелесть? Я выбираю подарки родственникам, себе, друзьям, там всем подряд. Вот я вижу, что у вас есть подарочные прям боксы, набор, да, уже готовые. Можете подсказать, что вообще в них у вас находится? Есть вот такие подарочные боксы. Вот эти чуть подороже. Вот такой состав. Постер с игроком, шапка, снуд, значок, елочный шарик и открыточка новогодняя. Вот так. О, прелестно. Давайте с другим составом посмотрим. Здесь будет вот так. Здесь будет первый постер, варежка, значок, шарфик, варежки, также календарь и елочная игрушка. Ну, это очень мило. Да, в целом, а сколько это стоит? Так, такой наборчик 2990, тот, что подороже, 4490. Спасибо большое. Слушайте, ну, за 2000, по-моему, очень приличный подарок. Здесь можно прикупить такую же форму, в которой играют футболисты. И серенькая, и беленькая, и зелененькая, любая. Но, если честно, очень так объективно, самая классная форма, женская, новая. Цвета Тиффани. Просто, друзья мои. XXL-очку берем. И вот так по дому гоняем в ней.
и представляем себя футболистом, представляем, что ты на футбольном поле, представляем, что ты дико сильный, как Артем Дзюба. У него, кстати, тоже XL. Если когда-нибудь с ним увижусь, и он мне подарит футболку, то я буду вот так как раз в ней гонять по дому, как в платье домашнем. Так что в целом для дома тут тоже есть шмотки. Друзья, здесь осталась старая коллекция. Для тех, кто обожает Adidas или, может быть, Under Armour, то здесь есть эти шмотки и по приличным скидонам. Посмотрите. Вот. Ну кайф же, да, воротничочек, все, вся история. Смотрите, вот ценник, чтобы не наврала. Смотрим. Вот мы открываем. Со скидочкой. Друзья, ну 2000 рублей за игровую футболку, причем достаточно стильную, еще и брендовую. Подарок, просто подарок, друзья. Тут и Адидасик у нас есть. Смотрите. Ну кайф. Вот, так что тем ребятам, кто хочет себе Адидасик, и кто уже расстроился, что теперь кипа Джома у Локомотива, то вот здесь есть все, что нужно. Вот, Адидас, пожалуйста. Друзья, и стоит она всего полторашку. Чего? Я забираю это. Вы себе что присматриваете, подскажите? Спортивный как раз набор для ребенка, не набор, а комплекс. Так, и что вам присмотрелось? Мне приглянулось. Беда бедой, потому что форма должна быть как раз домашняя, игровая, а нет размера. А, серьезно? Я не знаю, чем заменить. Там вот видела в старой коллекции? Там и по скидкам все есть. Вот вы не смотрели? Да здесь классно, но это у меня размер здесь уже на старших. А, для взрослых, да? Да. Слушайте, она на вырост берут обычно. А сейчас оверсайз вообще в моде. Ну да, но маленькому это точно это не... Прям очень маленькому. А сколько ему лет? 10. 10? А так вот, а вот здесь? Вот там как раз и приезжают. Слушайте, вот это цвет сейчас очень модный. Самая медийная команда Тудрос, они вот в такой ходят. Вам не нравится? Мне просто нравится. Зеленый. Мне как раз, я тоже смотрела этот вариант, но мне больше нужен как раз вот именно из домашнего. А, именно такой, да? Да, да, да. Ну вот это стильно, сейчас я вот эту приобрету. А, 1500 рублей сегодня. А что за размер-то тут? Слушайте, вообще супер. Так, ну все, на что хватило денег, я взяла. Друзья, пойдемте оплачивать. Так, берем все. Панамочку обязательно на Шри-Ланке, чтобы его не напекло. Так, пакет вам один, два? Ну, слушайте, я думаю два. Угу. Клубная карта наша есть? Есть, да, по номеру телефона давайте. Да, хорошо. Баллы будем списывать, копить? Будем списывать, конечно. Угу. Так, сумма покупки с учетом скидки 5790, оплата карт наличными будет. Так дешево. Подарки приобретены, теперь пошлите развлекаться на каток. Наступающим вас. Спасибо. Вас также. Всего доброго. До свидания. Итак, мы вышли из фан-шопа, проходим фудкорт, и здесь во время сезона продают еду. Я, честно говоря, ни разу здесь ничего не покупал, но мне почему-то кажется, что это очень вкусно. Так что, если что, имейте в виду. Вон там фоншоп, вот тут еда. Вся движуха, как мне сказали, вечером, поэтому я не вовремя приехала. Но если вы захотите покататься с кайфом, с классным видом и комфортом, то залетайте. Очень все симпатично смотрится по-новогоднему. Для детишек есть милые пингвинчики. Со вторника по пятницу каток работает с 4. Поэтому я приехала чуть раньше, чем нужно. Но знайте, те, кто захочет с кайфом покататься на катке, приезжайте вечерком, здесь вся движуха будет. Итак, друзья, записывайте рецепт новогоднего настроения. Приезжаем на РЖД-арену, залетаем в фан-шоп, дарим подарки родственникам, детям, себе, естественно, по огромнейшим скидкам, вдохновляемся победами в музее, перемещаемся на
Лока Лед, катаемся на катке и проводим классно время. А если вам понравилась эта экскурсия, то обязательно напишите об этом в комментариях. Во-первых, во-вторых, вот такой большой палец вверх под этим видосом поставьте и подписывайтесь на канал. Всем пока!